легко работает Рызван Доворчич. Да, мы всегда говорили, что боксер выигрывает ногами. Вот это все три кубинца, а не три, все три, а вот 48 и 54. Они вот именно на этом и выигрывают. То есть они выигрывают на ногах. На ногах, движение, да. Чувство, а скорость рук, скорость удара, вот это вот их конек. Да. Ну, я хочу сказать, тут совсем однообразно пьет. Ривондо, да. просто бьет слева сбоку, подходит и бьет. И тут-то можно было его уже и раскусить. Уже который раз подряд один и тот же удар. Он же видит, что не раскусывает. Он же не просто так. Он уже подергал, понял Халикова. Он прочитал Халикова. Неудобного, корявого Халикова, который... Халиков не может подойти. Да. Как которому так трудно было всем работать, а Ригондо его прочитал. Правда, он немножко уставать стал. Но чтобы прочитать, вы знаете, нужно... Прочитал это одно, нужно еще исполнить. А мастерства, конечно, у Ригондо, ну, это, я не знаю, да. Вагон и еще несколько прицепов, да, мастерства. Он прочитал, он знает, но он еще исполняет технически, правильно, четко и грамотно. Да, заканчивается третий раунд. Четвертый раунд будет, но победы не будет. И все-таки давайте посмотрим. Мне очень нравится, как Халиков держится. Да он и боксирует. Да, он боксирует. Он сокращает сейчас вот разрыв в и очках. Он гнет свою линию. Да, дерется до конца. Молодец. Он не меняет своей тактики. То есть я могу тоже похвалить Халикова, но тяжело сравниться с гением. Но нет у нас гения в этой весовой категории. Да. И вы видели, как сейчас показали Ригондо, как он легко дышал. Только что раунд закончился. Так, рот закрыт был, носом дышал спокойно. А он особенно, вот такое ощущение, что он хорошо очень двигается на ногах. И когда он двигается на ногах, у него мышцы, тело расслаблены, он не напряжен. Ведь боксер устает тогда, когда он напряжен. Когда да. он бьет, когда он старается, когда он борется, когда ему сложно. И он каждый удар старается вложиться, он устает. А он же не вкладывает, просто быстро бросает руки и двигается. Это движение, ноги и расслабленное состояние тела. Это составляющая бокса. Да. Ну что, четвертый раунд. Что-то там капа вылетела. У кого? Что, он так расслабился, что... Или это вторая капа? Да, в таком случае говорят, что победить Халиков мог бы только нокаутом, но... Но пойди, попади. Да, да. Ну, кстати, попал один раз. Кстати, я уже замечал, что все-таки в последнем раунде немножко сдает. Ригондо. Вчера было то же самое во время матча со сборной Казахстана. Он дрался с Муратом Айрмасовым. И тоже преимущество было большое, но все-таки под конец Ригондо немножко сдал. Эй, а Ригондо держит Халикова, он не дает ему боксировать. Устал одно. Да, наверное, устал. Но просто Халиков уже навязывает свое. Это четвертый раунд, это иллюстрация. Да. Порядок бьет класс. Ну, я имею в виду порядок, который есть в техническом оснащении Халикова. Да, да. Ну, идет и просто он... борьба откровенная. Одна минута и 10 очков. Тут можно попал сейчас слева. И Халиков попал. Попал, да, но там последний вот удар слева. Ригондо был очень хороший.
нет, чудес не будет. Но все равно усложнил он молодец жизнь в последнем раунде. Молодец Халиков, он показал, что он провалил Ригонда. Ну, как бы сейчас он на контратаке бы справа бы запустил, но не попал. Молодец Халиков, он последние вот раунды не проигрывает. Не проигрывает. Опа! Нет. Не поможет это, к сожалению. Ну, вперед. И все равно не дать ему даже. Смотрите. А смотрите. Ригонда не хочет боксировать. Ригонда устал. Халиков его измотал. И посмотрите, как изменилась ситуация. Не хочет боксировать Ригонда. Поздно она изменилась, к сожалению. Такое великое желание, да, у Халикова? Да, да. Отвоевать хоть одно... Там вообще... на Халикова, он выкладывается на 200%. Вы знаете, вообще я хочу похвалить этого боксера. Молодец, молодец, Халиков. Молодец, Максим. Посмотрите, посмотрите на его лицо, посмотрите, как... Ты приложил он максимум готов, усилий. Он хочет, он... Он ничего... выложил... Ой-ой-ой-ой-ой. Нет-нет. Ой, все равно молодец. Вы знаете, все равно молодец. А у меня такое ощущение, что не было нокдауна. Просто неудобно. Ну, неудобно стоял, но удар-то был. Вот сейчас был. Да. Вот сейчас был тяжелый удар. Да, вот немножко раз. Вот. Ой-ой-ой. Да. Даже говорить ничего не хочется. Ну ладно, ничего страшного. Зато я хочу Халикова похвалить. Александр, молодец, хороший Халиков бой. Халиков молодец, с ним в разведку ходить. Это никаких сомнений. Это настоящий мужик, но мужчина. Но... Александр, 0-3. Да. Ну и ждем Тищенко, Александр. Надо, грустно. Александр Тищенко выходит. Ждем Тищенко. Тищенко, между там прочим... Там еще Гамбо Толедано выйдет, мы не забудем об этом. Нет, я знаю, но я бой знаю, будет. Что вы знаете. Бой будет. Бой будет, да. Победу по очкам со счетом 37-21 одержал Гильермо Ригонда Ортис, Куба. Победил Гильермо Ригонда Ортис. 3-0. Куба впереди.